В России, на Украине и в Беларуси отмечают День памяти и скорби. 74 года назад, 22 июня, Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первые же часы погибли тысячи военнослужащих и мирных граждан. Президент России Владимир Путин возложил венок к вечному огню у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. В память о жертвах войны в Москве и других городах страны тысячи людей зажгли свечи. В Киеве глава украинского государства Петр Порошенко возложил цветы к могиле неизвестного солдата в парке Славы. Затем президент пообщался с ветеранами. Значимость этого дня для украинцев рассуждает историк Украинского института национальной памяти. 22 июня мы отдаем нашу дань украинцам, тем, кто погиб в период с 1941 по 1944 годы. И поскольку люди, которые собственными глазами видели события 22 июня и еще живы, слишком рано говорить о том, что этот день теперь не столь важен для Украины. Что будет потом, это пусть решат новые поколения. Война унесла жизни 27 миллионов русских, украинцев, белорусов, русов и других граждан СССР. В этом году Украина впервые дважды отметила годовщину окончания войны. 8 мая – День памяти и примирения, по аналогии с Европой, и 9 мая – День победы.